Здравствуйте! Сейчас мы поговорим с вами про очень популярную мутацию старого сорта, знаменитого сорта канадской ели коника. Этот сорт называется Daisy's White. Чем она отличается от классической коники? Ну, во-первых, начнем с того, чем они похожи. Это, естественно, к своей классической конусовидной формой, плотностью иглицы, да. Отличие заключается в том, что Daisy's White по весне дает приросты белого, либо такого желто-кремового цвета. Там зависит уже от почвы и от освещенности. И конус, да, который у нас не отличается каким-то высоким ростом, там до метра, до 80 сантиметров доходит у взрослого растения, там, 10-летнего, да, она вся стоит такая белая, либо кремовая. Смотрится шикарно, смотрится очень красиво, очень необычно. Единственное, что иногда вот эти вот белые приросты первые повреждаются солнцем и подгорают. Но это ничего страшного, они прекрасно потом восстанавливаются даже в тех местах, где эти белые приросты стали бурыми. В течение сезона все восстанавливается, все отрастает. Второй прирост уже летний. Он все-таки зеленее, гораздо зеленее, но тоже иголочки очень мягкие, очень приятные, очень красивые, очень такое декоративное растение. Так же, как и любая ель канадская, повреждается паутинным клещом, поэтому смотрим, проверяем, чтобы его не было. Вот, ну и если вы уж там обнаружите или специалисты какие-то, то принимайте меры, конечно, обработки нужны будут. У нас они в двух вариациях на сегодняшний день. Да, это маленький горшочек по 9 и горшочек побольше 3-литровый. Пожалуйста, можете вполне применять эту ель у себя на участке, в альпинариях каких-то, на горках, в каменистых садах. Спасибо за внимание. До свидания.